Благословен тот дом, где имя Божье чтится, где есть любовь, уют и тишина, где добрая жена и Господа боится, не слышно ссор и брань никогда. Благословен тот дом, где Библию читают, где добрый муж и любящий отец, там по Писанию детей жить научают, таким отцам готовит Бог венец. Благословен тот дом, где Бог на первом месте, где помогают нищим от души. Благословен тот дом, где льются в небо песни и пред Христом склоняются в тиши. Пусть наши семьи приумножат славу Божью, святою жизнью явит свет Христов. Пусть честь свою не запятнают грязной ложью и о Творце расскажут всем без слов. Аминь.